Поехали. Конечно. Стоим, значит. Левый поворотник, левый ряд, зеркало. Молодец, только резко. Правый ряд перестройся. Выбираем место для разворота. Левый поворотник. Тихо. Зеркало. Пошли. Сильно так не шути только. Даже можно включить поворотник и остановиться на разрыве. Но мы этого делать не будем, потому что я тебе поздно сказал. Это заблаговременно надо было поворотник включать, чтобы сзади нас машина не стукнула. Левый поворотник, левое зеркало, посмотри, по сплошной нас тоже могут обгонять. Крути руль. Вот тут уже большая сплошная линия начинается. Ее нельзя пересекать. Стоит. Значит, надо было заблаговременно. Заблаговременно, да? Конечно, в начале полосы раз и все. Не смотри вправо, не ломай шею. Вон у тебя слева вдалеке светофор. Видишь? Опять мы с тобой на зебру остановились, на зебре. Еще красный же. Ну, что красный? Зебра, видишь, мы на зебре стоим, нельзя так. Вот если бы машины не, мы на ее месте должны стоять. Немного вперед. Ну, поехали влево. Посмотри, нас никто не режет. Полностью крути руль.